Здравствуйте. Превышение скорости. Прапорщик Кольцов. А ваши документы можно увидеть? Я не слышу. Ваши документы можно увидеть? Да, конечно. Не видно там. Прапорщик, можешь поднять? Прапорщик Кольцов. Прапорщик Кольцов Александр Сергеевич. Да. ПП, ДПС. Вторая отдельная рота, я же понял. Отдельная рота, понял. Номер жетона? 470224. 470224. В чем проблема, товарищ прапорщик? Превышение скорости, это я вам тоже сказал. А это как-то зафиксировано? Да? Как это зафиксировано? Скорость не сбрасывает. На приборе, пойдемте со мной, я вам все покажу. Я тут посижу, товарищ прапорщик. А каким прибором было снято? Радио. Как? Радио. А на него есть сертификат ответный? Выйдите ко мне, нам неудобно общаться. Во-первых, я стою на проезжей части, а во-вторых, мы друг друга не слышим. Я могу отъехать чуть-чуть в сторону, если вы, вас... Вы со своим фотоаппаратом можете выйти ко мне. Мне в машине удобнее сидеть. Ну, хорошо, просто мы не слышим друг друга. Я вас слышу. Нет. У вас сертификат на него есть? Есть. Его можно видеть? Легко. Пожалуйста. Техосмотр, страховой полис. Страховой полис. Доверенность. Можно я почитаю, да? Пожалуйста, читайте. Со мной пойдете? Нет, тут посижу. Давай, бабочка, вопрос такой сразу на засыпку. Вопрос такой на засыпку. Вопрос на засыпку. Моя скорость, она на видео снята или нет, на приборе? Нет, на радисе. Я подписываю протокол, составляю протокол, я буду его обжаловать, потому что это не является доказательством моей... Все, да? А что, а как же протокол? Какой протокол? Держать. Спасибо, до свидания.